Добрый день, уважаемые трейдеры! Я Анна Касаткина. Вы смотрите последние финансовые новости на канале Инста-ТВ. Профицит торгового баланса Германии снизился в январе. Импорт в отчетном месяце рос быстрее, чем экспорт, что говорит об увеличении внутреннего спроса. Ранее Еврокомиссия уже критиковала страну за слишком высокий профицит, делая акцент на том, что необходимо повышать национальное потребление. В январе профицит торгового баланса Германии снизился с 18 миллиардов 500 миллионов евро до 17 миллиардов 200 миллионов евро. Эксперты прогнозировали, что сальдо вырастет. Объем немецкого экспорта вырос на 2% в январе относительно декабря и составил более 90 миллиардов евро, в то время как импорт увеличился на 4% до 76 миллиардов евро. Основными торговыми партнерами Германии являются страны Евросоюза. При этом на еврозону приходится более 1/3 немецкого экспорта и почти половина импорта. Евро в паре с долларом, тем не менее, снизился вслед за торговым балансом Германии. Впрочем, европейская валюта подешевела всего на 20 пунктов, до уровня в 1 доллар и 38,5 цента. Сальдо платежного баланса Германии в январе снизилось с 23 до 16 миллиардов евро. Вы смотрели новости на канале Инста-ТВ. Всего вам доброго. До свидания.